обед, восстановитель. Сейчас на месте сразу уберу тренировку, не буду в дальнейшем может тонировать. Хороший вид имеет тренировка, поэтому мы машины тонируем, чтобы лишний вид был машины лучше. Так, в целом, да, это нарушение, согласен. Вы нарушение знали об этом нарушении? Честно, да, знал. Не попаду. Попался, теперь больше не буду. А почему, вот зная даже о нарушении, все-таки решаете тонировать стекла? Мы молодые, нам нравится. Это привлекает внимание окружающих. Все, я думаю, этого достаточно. Чем отделались сегодня? Штраф был какой-то или только попросил сотрудник ГИБДД снять? Я устраняю нарушение на месте, поэтому штраф, наверное, штраф еще выпишут добавок. Все, да? Ну не жалко вот так вообще отдирать? Ну, да, обидно, конечно. Ну а что поделать? Это же нарушение. Дальше будете? Нет, не буду. Имя вашей фамилии можно? Я прошу не оглашать. Без имени фамилии? Зимы. Хорошо, ладно. Спасибо. А вообще думали, что вас сегодня задержат за я это? Я слышал о программе, слышал о программе. Но думал, не попадусь. Да, свой страх и риск. Да, на страх и риск. Три 2% все это пропускаемость стекла данного автомобиля. 3,3%.